Привет, девчонки! У нас сегодня 8-я тренировка нашего марафона. Для 8-й тренировки нам понадобится коврик и гантели. Вес моей гантели по 6 кг. Желательно брать гантели потяжелее. Упражнения показывать, рассказывать я не буду, так как их много, 15 упражнений. Просто выполняйте вместе со мной. Включаем таймер и начинаем. Первое – это прыгающие выпады. 30 повторений. Поехали! Следующее приседание, также 30 повторений. Следующие трастеры с гантелями, также 30 повторений. Гантели от плечей, сели, встали, толкнули вверх, поехали. Десять. Еще 10. Стену. Теперь все по 25 повторений. То есть первые три упражнения по 30, вторые три уже идут по 25. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 25 сетапов. Раз. Thank you.
по 20 повторений. Это первое. Трицепс от скамьи с прямыми ногами. Следующее отжимание от пола. 20. Фу, ненавижу отжимания, но надо. Так, не скользить. Еще 10. Терпим. Берем гантели и делаем шлунг толчковый с гантелями. Гантели толкаем от плеча вверх. Сделали 10. Тяжело, потому что какие-то упражнения идут на руки. Последние уже руки просто ватные и тяжело толкать. Так же, как и первые три были на ноги. Вторые три упражнения были на пресс. В конце пресс просто горел. Если видно, то кубики надувались. Поехали, еще 10. Нелюбимый бёрпи. Фух, поехали. Ой, падаю, хлопок. Больше.
прыжки, звездочка. Также 15 раз. Поехали. Отдыхаем меньше. Точка. Звезда. Следующее упражнение – это прыжки с высоким подниманием колен. Прямо высоко колени вверх. Стараемся выше подпрыгнуть 15 раз. Поехали. Переходим на руки по 10 повторений. Бицепс на каждую руку по 10 повторений. Это 2, 3. Одну гантель ставим, одну работаем. Ну, не убегай. Свинг с гантели. Рука получается левая сзади, правая работаем. Делаем толчок. 7, 8, 9, 10. И вторая рука. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Берем вторую гантель и выполняем разводку 10 раз. Поехали. Колени согнуты, поясница прогнута. И поехали. Разводку. Больше не понадобится. Следующее упражнение — это у нас 100 повторений напоследок. Гоним, гоним, сжигаем жир. 4 бег, 2 прыжка, это раз. Таких 100 раз. Поехали.
Сейчас немножко. Тяжело. Капец, но мы добьем. 25 сделали. Поехали еще 25. Отдохнем. Постараемся, по крайней мере. Еще 25 делать сейчас. Поехали. Еще 50. Фу. Просто вся мокрая. Еще 40. Бежим. Еще 30. Фух. Тяжело, капец. Поехали. Thank you.
Опять прерываюсь, еще 20. Подышите хорошо, восстановитесь. Не забудьте о растяжке обязательно. Увидимся с вами на 9-й тренировке.